Ну вот только мы начали общаться, сразу херак, и связь оборвалась. Так обидно. На какую тему вы общались? Да только начали вообще, только привет-привет там. Он говорит, что я, говорит, маленький блогер. Я ему говорю, что я маленький блогер. Ну, короче говоря, вот такая фигня. И тут товарищ майор нас хопа и разорвал связь. Так обидно, на полуслове, ну просто, блин, вот представь себе, как бутерброд вот начал есть, у тебя его изо рта забрали, у голодного человека. Вот. Или там вампир какой-нибудь, только на вот это, только клыки раскрыл, только вот почувствовал, так сказать, запах крови. И вдруг херак и все. А вы блогер? Да, молодой начинающий, город Харьков, меня зовут Саша. Меня Ярослав. Очень приятно. У меня свой маленький YouTube канал. Я делаю дистанционно управляемое вооружение для наших военных. Ну, там его на фронт вожу, там испытываю такое. Просто раньше я это за свои деньги делал, а сейчас я привлекаю денежку подписчиков. Ну, у меня... Можно ссылочку на канал? Нельзя, потому что он для своих. Ну, он под прикрытием канал. Вата24. А вы кого-то знаете из украинских блогеров? Из украинских? Да. Полтава, Дедусик, Луганский. А кто вам из этих троих больше всех нравится? Ну вот, более образованный и смышленый это Луганский. Луганский, да. Луганский у нас это сила. Это мозг. Это Ватка Рус. А. Ватка Рус, да, это самое. Вот, ну а, дедусик, он в принципе чем-то чуть-чуть похож на Полтаву, правильно? Ну так вот по, так чуть немножечко, по стилю, да. А так они, конечно, совершенно разные. Тот же там на самолеты собирает, а этот на патроны 38-го калибра. Ну да, там же у него это. Патроны, по-моему, эти. Ну, канадские, американские. Такие серьезные. Там калибр больше. И такая гильза такая мощная. Ну, короче говоря, если в бошку попадет, то мало не покажется. Я видел просто. Ну, каждому свою. Я вот минами занимаюсь от миномета. Это самое. Он вот пулями. То есть, ну, каждый на своем месте. Где можно минами ваших уебанов достать? Вот такой восьмиствольной установкой, видишь? На дистанционном управлении. 8 мин сразу кладет, блин, на позицию. Где можно кому-то, так сказать, бушку пулей просверлить? Где там Полтава своей этой лелекой полетает, посмотрит? И тогда можно там с гаубицы ебануть. В общем, ну, короче, каждый свое делает. Ну, тех... Те, кто у вас там долбоебы, они тоже не нужны. Поэтому. Поэтому перекрывайте границы. Это самое. Было вообще хорошо. Смотри, там вообще вот это вот Ордила, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Их вообще вот можно распиздячить, вот просто вы со своей стороны, своими вооруженными силами, а мы со своей стороны. Просто, так сказать, договориться о линии разграничения. И их можно, блин, взъебать вот так с двух сторон, чтобы никуда не делись. Вообще, блин, это самое. То есть вот этих уебанов... Ну, там, факт, ну, там же что люди остались, ну, есть, которые адекватные остались жить. Так есть, я даже знаю таких, это самое. Более того, вот у меня, например, командир, он с Горловки. А Горловка сейчас где? Ты сам же понимаешь. Это жопа мира, блин. Это очень крупный такой город, серьезный. Вот. Так сказать, в Донецкой области это очень серьезный такой город, хороший. Там многие люди, я знаю, хорошие есть. Оттуда. Вот. И мы бы их вместе бы вот так взъебали бы, ну, как два братских народа, вот этих боевиков, уебанов. Так сказать, с одной стороны Российская Федерация, а с другой стороны мы. Так вообще танковыми клиньями распороли бы только так. Они уже там сами дохнут, я думаю, потому что... Ну, им надо помогать.
И вот помощь от Российской Федерации нам бы очень бы помогла бы. Но пока вот что-то не можем договориться. Ну как карлик не хочет. Ну не хочет, что ж делать. Ну вот такая вот структура момента. Ирония. Вот. Ну, два братских народа, что ж мы одного врага не победим, одно ж дело делаем. Я бы там вообще бы, так сказать, все договорился бы вообще просто, блин. Вот. Ну, а вообще, вот так вот по большому счету, честно говоря, со стороны Российской Федерации заниматься сепаратизмом вот на нашей территории, когда у самих есть Чечня, Ингушетия, Татарстан, Дагестан, это безумие на самом деле. Когда Китай есть под боком, это все, блин, вот это начнется, блин, Сибирь наш, по-китайски, блин. Китайцы своих не бросают. Китайцы и, так сказать, буряты, братья навек. Ну, его нахуй, это, Саня, я тебе серьезно говорю, это, блин. Ну, вообще, они ж там дальний род. Ну, дальний, так я ж тебе о чем. То есть, они ж, блин, почему и голосуют в ООН, типа, так сказать, воздержавшиеся. Потому что вот, блин, как это делается. Вот и все. Они просто подождут, когда им это будет надо, так сказать, только так, блин. Вот. Армия Китая вместе с резервистами в 2.5 раза больше, чем все население Российской Федерации, чтобы ты знал. Я знаю, там миллиард. Ну, это население, а вот армия Китая вместе с резервистами, вот кадровая армия, если в нее резервистов влить, штатных, то будет больше, чем население Российской Федерации вместе с, так сказать, женщинами, детьми, с сыкунами, так сказать, парализованными там и так далее. Ну, я думаю, там 1700 будет. Ой, миллионов 700. Вот. Это я немножко спать уже хочу. Ну, миллионов нет, ну хотя бы даже если вот они, например, там, я не знаю, это самое, например, 300 миллионов поставят под штыки, то, так сказать, ну, по крайней мере, у них есть такая возможность. 350 Штатах, миллионов. В Штатах сколько сейчас вот? Народу? Нет, армия. Армия? У них армия небольшая, но она очень эффективная. Ну, понятно, но у них же ж принцип. У них же ж... Ну, конечно, это самое. Вот. Ну, вот такие вот дела. Ну, ладно, не буду больше беспокоить. Город Харьков, из какого города? Ростов. Ростов. Ну, вот же ж, ну, так сказать. Вот все же воно. Я ваш канал, кстати, не нашел. Я же говорю, он под прикрытием, там так его просто невозможно найти. Ну, ладно. Может, такие попаду вот куда-нибудь. А если это самое, откроем доступ, то это самое. Там только подписчики сейчас могут заходить. Ну, видите, заходить. Там специальная система есть. Понял, понял. Хорошо, добро, счастливо. Счастливо.